Подарком ко Дню народного единства для жителей микрорайона Московский стала новая универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта. Из Усть-Жугутинского района репортаж Аллы Динаевой. Педагоги, школьники и волонтеры, одетые в синие и красные жилетки, собрались на новой универсальной площадке гимназии номер 4 на торжественное мероприятие. А Диляра Харатукова готовится к исполнению песни. Сейчас я буду выступать с вокально-эстрадной группой «Акварель». Мы будем петь песню, ну, надеюсь, что всем понравится. Какую песню? «Василькова страна». А ученица 8 класса 4 гимназии Лейла Салпагарова любит волейбол, и чтобы поиграть в эту командную спортивную игру, они собирались на других спортплощадках. Я играла вместе со своими друзьями на спортивных площадках возле нашего дома или по московскому, а сейчас я смогу заниматься более профессионально вместе с нашим учителем физкультуры. Я этому очень рада. Рады собравшиеся и подарку главы республики Рашида Тимрезова концертной аппаратуре, которую преподнесли 4-й гимназии. Спортплощадка построена в рамках целевой федеральной программы развития физической культуры и спорта в России на 16-20 годы и федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Сегодня мы открываем уже 7-ю по счету площадку на территории Усть-Жугутинского муниципального района. Хочу поздравить наших ребят и большого спортивного будущего. От имени министра спорта Карачаево-Черкесской республики хотел бы присоединиться тоже к поздравлениям. Поздравляю всех с сегодняшним праздником, Днем народного единства. Пожелать всем мира, добра, благополучия. Почетное право разрезать ленту предоставили главе Усть-Жугутинского района Мурату Лайпанову и заместителю министра физической культуры и спорта, чемпиону мира по борьбе с самбо Мурату Агирову. Первым спортивным событием на новой площадке стал товарищеский футбольный матч между командами «Победа» и «Красногорец». Учителя, тренеры, учащиеся, спортсмены и жители микрорайона Московский получили отличные условия для качественного досуга. А спорт, как известно, дарит нам энергию, здоровье, упорство, силу духа и красоту. Спорт – понятие многостороннее. Для одних это укрепление здоровья, а для других – профессиональный спорт. А на этой универсальной площадке можно погонять в футбол, поиграть в баскетбол, волейбол, смотря что вы любите. Алла Динаева, Али Бастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия.